Спортсмены Междуреченска продолжают завоевывать медали в разных дисциплинах. Состоялся традиционный фестиваль по баскетболу. Побороться за главный приз приехали команды из Новокузнецка, Белова, Салаира, Таштагола и Мысков. Участие приняли 6 команд из Новокузнецка, Белова, Салаира, Мысков, Таштагола и Междуреченска. По итогам 3 дней соревнований победили новокузнечане, на 2-м месте гости из Таштагола, на 3-м из Салаира. Этот турнир закрыл соревновательный сезон 2016-2017. Теннисисты выявляли лучших на первенстве города среди школьников. Участвовало 38 междуреченцев. Победителями стали Никита Мельничук, Дарья Фомина, Александр Занюк и Юлия Топакова. В Новокузнецке прошло первенство области по легкоатлетическому многоборью. Участие приняли 280 спортсменов. Междуреченцы заняли призовые места в разных дисциплинах. В беге на 110 метров с барьерами первое место у Ивана Деревянникова и Артура Валиева, второе у Романа Агаркова, третье место занял Артур Гельманшин. В беге на 100 метров с барьерами отличились Анастасия Зауэр и Ксения Гобелева. Метание копья принесло медали Семену Старикову, Арсению Ли и Ксении Гобелевой. Прыжки в высоту с наградами Семен Стариков, Ксения Гобелева и Артур Валиев. В прыжках в длину с разбега первое место у Ивана Деревянникова, второе место заняла Анастасия Зауэр. В прыжках в длину отличились Семен Стариков и Ксения Гобелева. В толкании ядра на пьедестале Арсений Ли, Ксения Гобелева и Семен Стариков. В беге на 200 метров Ксения Гобелева, Роман Агарков и Артур Валиев. В семиборье отличилась Ксения Литвинова.